Всем привет! С вами Наталья. Сегодня я буду готовить супервитаминный салатик из 5 овощей. Что это такое? Это морковь, это свекла, это у нас топинамбур, тыква и сельдерей. Вот такие вот, казалось бы, несовместимые овощи, а на самом деле они очень хорошо подходят друг к другу и сочетаются в этом салате. Ну, из приправ это будет масло подсолнечное, у кого есть оливковое, кунжут, половинка лимона, соль, сахар и соевый соус. Итак, я настругала, то есть натерла овощи на корейскую морковь. Вы знаете, именно хорошо смотрится и чувствуется на корейскую морковь. Дело в том, что салатик мы сейчас будем есть на завтрак, но он постоит, и он прекрасно будет выглядеть и на вкус после того, как он постоял. То есть, и когда вот именно в таком сочетании очень хорошо. Так, а сколько я же взяла? Знаете, 5 овощей, вот я не сказала, да? Начиная от мала до великого. Если брать большая часть, это морковь, потом идет свекла, топинамбур, сельдерей и тыква. То есть по уменьшению. 5 частей моркови, 4 части свеклы, топинамбура 3, 2 части сельдерея и 1 часть тыквы. Вот в таком вот соотношении. Поэтому я вам не скажу, сколько у нас было моркови или свеклы и других овощей. То есть вот в таком вот соотношении. Что я делаю? Ну, все смешиваю. Вот этот вот салатик, все мы смешиваем и заправляем. Заправляем. Итак, как я сказала, у нас соли. Соли немного, пол чайной ложечки. Также у нас немного сахара, тоже с пол чайной ложечки. Масло. Масло довольно-таки обильно. Вы знаете, вот у меня вот такая вот чарочка, да. Если вы чувствуете, что, ну, немножко как бы суховатый салатик, добавляйте еще. Так, вот у меня половина лимончика. Его не приготовила заранее. Вот сейчас вот выдавливаю. Его косточки надо забрать. Косточки совсем не нужны. Ну и так, кунжут. Вы знаете, вот кунжут вот так вот у меня всегда стоит на столе. То есть кунжут нужно есть и взрослым, и детям. Это кальций и многие другие микроэлементы. Чайную ложечку я добавлю сюда еще кунжута. Ну вот, и тщательно мы сейчас перемешаем. Тщательно мы перемешаем вот такой вот мультивитаминный салат. Но вы знаете, все эти овощи очень полезны. Но свеклу мы едим в салате, как других, морковочку едим. А вот тыкву сырую или сельдерей сырой практически вы же не употребляете, правда? Так вот, в этом салатике, ну, так как их меньше частей, вот я сказала, что одна часть идет у нас тыквы, две части сельдерея, то есть это малое количество, но они додают изюминку этому салату, ну и плюс свою пользу. Ну, вот такой вот витаминный салатик у меня получился. Ему надо немножечко настояться, как бы вобрать вот эти вот все вкусы, во-первых, друг друга, овощи, а во-вторых, те приправы, какие я добавила. По вашему вкусу можете кориандр добавить немножко, если вам это нравится. Ну вот я ограничилась только вот этими вот приправами. Ну что ж, желаю вам приятного аппетита и будьте здоровы!